Что такое духовность? Духовность – это естественное человеческое состояние, которое не позволяет человеческому существу совершать поступки против жизни. В человеке есть душа. Человеку присуще состояние духовности, но когда он приходит в этот мир, он попадает в определенную среду. И эта среда психоэмоциональная не всегда является духовной. И ребенок, воспитывающийся в этой негативной среде, установки среды воспринимает как жизненные позиции, жизненные установки. Они могут быть негуманоидными. И тогда человек начинает воспитываться в негуманоидном русле, как потребитель, ориентированный не на человеческие ценности, а на какие-то другие, мы говорим, негуманоидные ценности. То есть не жизнь является главной, не физическое тело, не здоровье, не радость, счастье и так далее, а деньги, благо, власть, которую я имею над другими людьми, ну и так далее. То есть мое превосходство в чем бы то ни было над другими. Да, люди рождаются, душа, духовными существами приходят, но реальность их формирует таким образом, что теряются ориентиры, они перестают ощущать человеческие ценности, как то жизнь, радость, любовь. Преобладать начинает потребительство, негативизм, эгоизм, короче. Эгоизм, как живое существо, выращивает свое физическое тело в теле человека, в человеческом теле. Негуманоидный мир рангом ниже человеческого. К нему не относятся даже животные, камни, растения. Негуманоидный мир не присущ нашей Земле. Это как иная реальность, нечеловеческая реальность. Можно так сказать, что у человечества свой человеческий бог, у камней свой бог камней, у животных свои боги, да, можно говорить. И в этом случае задача человека – очеловечивать мир. Задача растений – населять собой мир и делать его зеленым, там, цветастым таким. Задача камней – каменеть, делать каменный мир. Земля уникальна тем, что здесь собрано очень много миров. Но Земле в настоящее время не хватает просто любви, человеческой любви. Да, можно сказать, что человек – своим потребительством уничтожает все другие миры. Своим эгоизмом он уничтожает всю жизнь на планете и самого себя.